Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Unit 4, секция 2, упражнение 28. Make up your own dialogues. Составьте свой собственный диалог. Use. Используйте. How nice to see you here. Как хорошо видеть вас здесь. I'm afraid I'm getting out of shape. Я боюсь и теряю форму. Lots of people go there. Много людей идет туда. It's not so embarrassing when you make mistakes. Это не так стыдно, когда вы делаете ошибки. It's over there. Это там. You were very helpful. Вы очень помогли. Предположим, диалог будет следующим. Hello, Ben. I'm glad to see you. Привет, Бен. Рад тебя видеть. Hi, Nicole. How nice to see you here. Привет, Николь. Как я рад видеть тебя здесь. What are you doing here? Что ты собираешься здесь делать? I do sports here. Я занимаюсь спортом здесь. Great. I'm afraid I'm getting out of shape. Здорово. А я боюсь, что теряю форму. I do aerobics here. You can join me. The only problem is that aerobics classes are really popular, so a lot of people go to them. Я занимаюсь здесь аэробикой. Ты можешь присоединиться ко мне. Единственная проблема – это то, что занятия по аэробике действительно популярны, так что много людей этим занимается. Oh, I'm afraid I prefer smaller classes. Я боюсь, я предпочитаю занятия поскромнее. It's not so embarrassing when you make mistakes. Не так стыдно, когда вы делаете ошибки. I prefer swimming. Is there a swimming pool here? Я предпочитаю плавание. Здесь есть плавательный бассейн? It's over there. Shall I show you the way? Он там. Давай я покажу тебе дорогу. No, thank you. I'll find it myself. You were very helpful. Bye-bye. Нет, спасибо, я найду его сам. Ты очень помог. Пока. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.